Брат, чё, фейтлбол не сработал, ебать? Брат, фейтлбол не сработал? Да я ролился, а потом бросил, короче. Ладно, тут на пару боёв всего лишь. У меня просто памяти не очень много. Так, значит, играет, короче, Владис Лунар на своем мэй... А, Сокрон, не мои очки, а очки притащу твои. Сокрон? Так, ладно. Нет, Сокрон вот сидит. Если слона не будет поворачиваться, то, в принципе, не отличишь. Короче, играет Влади 7 рублей флет против Сокрона Вена. Соловена. Это в баре так-то уже. Чё? В Это уже в баре. каком баре? Ну, я думал, что я назвал бар. А, окей. Ладно, короче, играет Владислав Унар против Словена. Владислав Унар играет на своем мейне. Это Джеки Брикс. Мейнит он ее с первой части МК. Словен это известный мейн Кунглао. Играет за него тоже с первой части. Ай, блядь. Ладно, вот так вот видно, я надеюсь. Это было что-то в стиле You spin me right round. Так ладно, надо откомментировать, короче. Это гранд-финал турнира MVideo за 50 белорусских рублей. Владис Элнар проходит, ебать, дальше. Или, а кто выиграл, кстати? Вообще счет, блядь, 26, по-моему, на один или на Выездов, блядь, почти. Ну, типа там, типа, кто скипает, тот и проиграл, считается. Так и знаю.
Так, мы видим клоуз борьбу. Как бы люди играют на своих мейнах. На кону великие деньги и бургеры из Макдональдса, блядь. Надо было выжимать, короче. Что надо было выжимать? Давайте, ебать, последние слова, нахуй, перед смертью. Я буду закрывать запись. Ну, все, нахуй, надо заканчивать. Ладно, вот такой вот небольшой мэш. На самом деле, это чисто чил. Чисто отдых, короче, всем похуй. Абсолютно. Силовен сел на кунглау, короче. Влад сел на мейна, как бы, своего. Вот. Ладно. Будет что вспомнить, короче, потом. Давайте, всем пока.